Всем привет, с вами мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Dungeons 2. И сегодня мы охотимся на милого зверька, похожего на лошадь, но с рогом, то есть на единорога. Сегодня у нас будет охота, поэтому поехали, посмотрим, что из себя представляет этот единорог, и справится ли кучка орков с таким жутким созданием. А невидимый гоблин-убийца наносит огромный урон, но лишь в случае, если вы исследовали навык «Внезапная атака в кузнице хаоса». Надо это, кстати, не забывать. Потому что... мне кажется, я про исследование вообще всегда забываю. Надо как-то про это помнить, что ли. Типа, эй, чувак, занимайся исследованиями. Чё ты как лох. С морками закидываешь противника. Так, ну поехали. Орда впечатляюще разрослась. Множество гоблинов и наг присоединились к армии воинственного зла. Но зла все еще было недовольно. Чтобы двигаться дальше, нужно было особо злодейское злодейство. Вот именно. В этой местности обитали волшебные, не хуже фей, существа, доброта которых просто зашкаливала. Гибель единорога вдохновит орду на великие деяния. А главное, какой чудесный трофей можно повесить над камином. Вот это ты точно подметил, дружище. Однако, оно как вперед? Это существо не только было сильным, но и обладало собственной магией, способной утихомирить самого зловредного орка и превратить его в союзника. Чтобы орда не превратилась в жалкую кучку собирающих цветы хиппи, потребуется помощь. Ну вы просто... молодцы. Эй, что это тут происходит? Вы кто такие? Алло! Чё тут гномы делают? Я не понял. Обычный фи... вы чё тут делаете? Алло! Так, ладно, пацаны, давай копать золото. Это что у нас, лежанка? Больничные койки. Сразу, это типа тонкий намек, да? Давай сразу койки. Так, ну, надо бы копать куда-то сразу же. Сюда, вот сюда, например, надо прокопать. Так, пацаны, копать. Я сказал копать. Во имя великого зла. Нанимаем сморков. Наги по 250, сморки по 350. Ну, хотя бы парочку сморков надо. Надо, чувствую, в первую очередь разобраться с этими мудилами. А то что они у нас тут делают? Наше золото добывают. Вот сволочи. Так, а выход этот ведет, скорее всего, куда-то сюда, да? По слухам, где-то есть древняя пещера, которую раньше населяли орки. Возможно, абсолютное зло найдет все ответы там. Да ну! Пару пацанов там тогда. Сейчас будем искать эти ответы. Ну а пока надо развиваться. Копить золотишко. Нанять, наверное, растяпу. Пусть работают. Тем более, когда мы сделаем наг, мы сможем исследованиями заняться. Например, увеличение максимума очков населения. Вот это будет клево. Хрустальный зал. А, я понял. Значит, одного нага тоже надо сделать как минимум. 250. Пацаны, нам нужна голда. Где наши папки? Зло должно быть не только злым, но и богатым. Не забывайте об этом, пожалуйста. Так, и вот тут вот надо комнатушку расширить. Тут везде золото, повсюду оно. Это прикольно. Ой, только что понял, что пропустил абзац. Прошу прощения. Поблизости находилось три процветающих города Альянса. Прежде они были промышленными центрами с хорошо развитой торговлей. Однако в последние годы бурно развивалась банковская сфера. И теперь все банковская жители этих сфера? Городов трудились в банковском секторе. Эти города были связаны хорошо охраняемой сетью дорог, обычно называемой Уолл-стрит. Уолл-стрит? Улавливаете аллюзию? Да, неважно. Слушай, чувак, мне кажется, либо у тебя тут чересчур много отсылочек. Так, у нас, кстати, есть даже гоблин. Слоняется без дела. Ты что, охренел слоняться без дела? Ты где вообще? А, ого! Ничего себе, что это за хрень у тебя тут? Ты типа научился делать крутые машины себе, да? Это неплохо. Так, голда, 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 голда вроде как есть. Наг. Нага мне сюда.
Иди давай отсюда. Добывай нам магию. Мне нужны исследования. Так, надо 100 маны, да? Понял. Давай работай. Все должны работать по графику. Дверки у нас пока закрыты. Нам, кстати, нужна комната для исследований. То есть пивоварня вроде как есть. Опа, что это такое? Сколько минус 90? Ну-ка, давай вечно веселого. Например, нагу. Или нагу нельзя? Можно. Наг вечно веселый. Так, а тут у нас непонятно что. Какие-то сети туннелей. Надо бы прокопать чуть-чуть. Просто везде золотишко есть. Надо бы это золотишко добывать. Надо везде по чуть-чуть копнуть. Но в первую очередь, наверное, надо валить этих гномов. А то что они тут охерели? Так, и сделаем сокровищницу побольше. У меня такое ощущение, будто гномы сами в нас летят. То есть тут у нас кто? Гном? Барт вроде как, да, или что это? И два крестьянина. Да, в принципе, мы орками можем их разобрать. Правда, гном опасная тварь. Ну, посмотрим. Так, нам нужна пещера мастеров здесь. За 600, думаю, пойдет. Так, давай-ка там стройкомат. Королевская помощь дошла до одного банка в виде груженного золотом ослика. Хорошо функционирующий финансовый пузырь, подобный этому, всегда будет лакомым куском не только для банкиров, но и для героев, ищущих, где бы хранить доходы от грабежей. После этого они отправились прямо к ближайшему подземелью. К несчастью, это было подземелье абсолютного зла, и, как и все подземелья, было весьма взломоустойчивым. Абсолютное зло не могло допустить того, чтобы еще какой-нибудь груз золота добрался до разоренного банка. Оно собиралось предотвратить появление других героев. Я вас понял, ребята. То есть мы теперь можем грабить караваны. Жадные людишки покушались на территорию Искаредного зла в подземье. Вскоре они самым болезненным образом узнают, что зло просто не желает делиться. Морков не сюда, быстро! Нам нужно срочно... Кто-то мастерит. Где? А, да, идет. Давай, 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 иди, иди, вперед, вперед. Так, по идее, сейчас они будут сюда влетать, да, в наше подземелье. Блин, а миссия прикольная, на самом деле. Орков побольше мне. Так, да-да-да, выходи. Так, у нас сколько лимит максимальный? Че по исследованиям? 500 за голды надо. Блин, надо 500 голды. А, черт, всего мало, как же всего мало. Деньги нужны, ребята, копайте деньги. Они нам пипец как нужны. Пиво вроде есть, все остальное тоже вроде есть. Какие-то тут подземелья, кстати. И вроде как там что-то есть за ними. Ну видите, это что-то типа как будто люди это строили. Так, пока они не зашли, я орков собирать не буду. До кучи. 500 голды. Исследуем. Подземелья, враги. Так, трое крестьян. Пацаны, надеюсь, вы отобьетесь. Давай, покажи им, как надо воевать. Ну, в принципе, это слабаки. Я вот боюсь, правда, гнома. Вот он может по голове настучать, будь здоров. Так, слышь ты, вечно веселая. Иди исследованием занимайся. Нам нужны исследования. У нас мало поиск. Нам надо побольше. Так, вы пока... Так куда ты идешь? Алло! Кат Перес. Кэти Перри какая-то, блин. В виде змеи. Так, ребята, давайте-ка еще вот эту комнатушку расширим. Надеюсь, вы не будете против. Так, тут у нас вроде добыча идет полным ходом. Это, в принципе, хорошо. Еще комнату здесь расширим. И проведем мы сюда все это дело. Почему бы, как говорится, и нет? Так, по исследованиям. Не-не-не, работай, 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 все в порядке, я случайно. Че по исследованиям? Нам надо бы, наверное... Больница уже изучена, караульная нафиг не надо. Двери у нас пока не изучены. Так, исследование завершено. Хорошо, 20 теперь лимит, отлично. Нам бы ловушечки какие-то. Да,
дорого. Вот смоляную яму давай исследуем. Нам пока этого будет с головой хватать. Надеюсь. Так, еще одного нага. Еще одного спорка. И, в принципе, мы уже готовы идти влетать в этих. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Вперед! В рукопашную! Неси их всех! Давай! Там еще барда надо быстро... Вау! Давай-ка сюда. Некоторые существа прятались в тайной комнате. Они присоединились к абсолютному злу. Лол. Че вы там делали? В тайной этой комнате. Нам тут помощь нужна пипец какая. А вы тут прячетесь по комнатам. Да нет, мисси. Не надо взять эликсир как-то. Слишком сложно. Ты что тут валяешься? А, ты без сознания? Ну, отдыхай. Я не могу взять? Нет, взял. Отлично. Так, лечим, наверное. Ну, блин, вы можете как-то... Из золотой шахты изгнан последний работник. Как-то расступиться. Теперь абсолютное зло железной хваткой удерживало вот так подземье. Вот. Ну, отличненько. Благи ужаса, по сути, поскольку само зло не склонно к передвижению. Так, скорость регенерации плюс один. Ля, потащил его. Вечно веселая. Как тебе, весело? Я надеюсь, что очень весело. Так, регенерация. Вот улоку давай дадим. Да блин, не туда. Ну почему тут все хреново так работает, а? Не, копать и не надо. И раз потребовалась колонна с золотом. Так, хрустальный зал. Давай немножко его так увеличим. Так, совсем чуть-чуть. У нас тут всякие прячутся. Зато теперь вот эта вот шахта золотая наша. Выдворили противничков отсюда. Можно теперь тут все золото повыкапывать. Отлично. Опа! Как хорошо пивко заходит, да? Так, туда тоже я хочу прокопаться. Мне же интересно, что там. Тут, блин, на самом деле здоровенная карта. Мне кажется, придется разбивать данное видео на две части. Ну, чтобы как-то так прикольнее было, скажем так. Па-па-па-па-па-па. Чтобы вам было удобнее смотреть. И чтобы мне было удобнее рендерить. А не рендерить там видео 50-минутное какое-то, да? Так, нам надо развалить кучу-кучу всех. Уничтожить караван. Я бы рад, ребят, но у меня тут, понимаете, финансовый кризис. Безработица там и все в таком духе. И лимит населения еще. Нам надо его поднимать, наверное, дальше. Давай. Пора платить зарплату. Да какая зарплата? У вас денег нет, а вы тут со зарплатой своей. Так, кстати, неплохо было бы ловушки поставить, которые мы там изучили. Вот прямо здесь. А здесь, наверное, дверку, которую мы пока еще не изучили. Но дверку мы сейчас поставим на изучение. Так, 300 голды. Ну, надеюсь, вам хватит денег. Троглодиты, блин. Просто пачками эти деньги забирают. Так, стоять. Стоять на месте. Стоять бояться. Никакой зарплаты. Стоять, я сказал. А? Мои деньги. Сволочи, по сатену почти забирают. Ублюдки. Эти по 10, по 70. А в чем разница? 10. В чем прикол? Почему вы? Ага, ага. Увеличение максимума очков населения 2 закончено. Отлично. Теперь надо прокопаться сюда. Слизь по подземелью. Парни, зарплату получили, теперь вперед за своего повелителя воевать. Тут у нас куча пауков, и они хотят отобрать наше золото. Как им такое? Наглость, да? Правда, тут пещеры такие паучьи. Так, простая деревянная дверь, отлично. Давайте ее здесь поставим. Ну, чтобы не напрягали нас. И чтобы у них был как бы... у противников была проблема к нам прийти. Так, пауков отметили. Что у нас тут? Скорость регенерации плюс один. Давай кому-то дадим. Регенерирующими будем мы. Так, и тут, наверное, надо копнуть. Тут золото дофига, пацаны. Вперед. И здесь, наверное, сделаем проход. Сомневающееся зло все еще не осмотрело орочью пещеру, а значит, у него ни малейшего шанса победить единорога. Да успокойся! Может, в конце концов, уже пора исследовать эту пещеру. Слушай сюда, рассказчик, я здесь прохожу игру, а не ты. Дай мне поднакопить денег, дай провести исследование, сволочь. Я сейчас вообще выйду из игры, если ты такой. Ты меня нервируешь, а я очень нервный.
скотина! Понимаешь? Мне надо посидеть, поиграть, я играю в свое удовольствие. Я ж не спидран записываю. А прохождение, мать его. Это две разные вещи. Мне еще вот сюда вот интересно заглянуть. Тут, по идее, люди. Потому что это вроде как, ну, признак пещеры с пауками, а это признак какой-то канализации людской, я не знаю. Где-то вот как раз таки под вот этим городом, наверное. Хотя это больше на деревню похоже. Что-то происходит. Звуки, как будто кто-то дерево рубит. Так, неважно. А, лимит населения у нас опять увеличился. Можно сделать еще одного гоблина. Нага. Хотя нет. Ну да, нага. И как раз-то орка еще хватит. Давай, где мои деньги? Где мое золото? Отлично. Так, и всех орков как раз-таки давайте сюда. Орков. И регенерирующего. И снова и вот такого. Колонна с золотом достигла одного из городов и спасла банк от разорения. Какая колонна с золотом? Вы что, сдурели? Так, где мы? Давайте выходить уже, что ли. Потихоньку. О, молодца, парни, работаем. Не покладая рук, как говорится. Так, автоматическое исцеление, да, пусть будет. Пойдем прогуляемся. Кто это? Лисиц? Убить лисица. Вот у нас и мясо будет на ужин, пацаны. Жратва подъехала. Хорошо, вот это я называю наши земли, нормальные. Чистенькие. Пацаны, проблемы, с которыми надо разобраться. Так, а магии у меня, кстати, нет, да? Очень-очень жаль. Пьет пиво. Какое пьет пиво? Давай сюда помогать. Наших! Хотя вроде регенерация идет. Так, давай-ка отойдем. Блин, минус один. Ребят, мне кажется, либо вот этот мудила очень сильно мешает нам. Вот этот бар. Ну покажите им, как сморки воюют. О, огнемет подъехал, красава. Барда меси. Они типа без сознания будут валяться или они умерли? Вроде как они еще числятся. Капитан орков? Вау. А ну-ка забери хилку. Хорошо. И что мне с вами делать? Жить без сознания на земле. Может быть, надо сюда этого растяпу? Чтобы он нас перетащил. Кстати, где они? Опа. А, сколько минус 90? Вечно веселый. Пойдет. Давай сюда. ХПшка, ХПшка, ХПшка заедет кому? Никому. ХПшка будет у меня лежать. Я буду хилиться. Так, ты давай сюда. Нам надо наших забрать. Побитых. В смысле, тебя нельзя достать? Видимо, нельзя. Видимо, те, кто упали, они уже все. Будут лежать очень долго. Лежит без сознания. И что мне с вами делать? Вы же занимаете лимит, вы понимаете это? Так, что за мост? День зарплаты. Уолл-стрит. Забавно назвали. У нас слишком мало сил. На самом-то деле. Чтобы с ними сейчас воевать. Тем более гном, он жутко мощный. Ну давай, иди сюда, мудила. О, барда, 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 барда надо замесить. Вот эта сволочь напрягает. Он бафает всех. Давай, тактика hit and run. Будем выманивать и месить. Но, иди сюда, сволочь. По одному желательно. Чтоб мне было проще вас убивать. Вот тем более барда давайте сюда посадите, я его убью. Аккуратненько так, тактичненько. Да иди же ты сюда, скотина! А-а-а! Жопку подогрели ему. Так и надо. Так, ладно, давай сюда пройдемся. Ну блин, а что делать с теми, кто упал? А, все, они понял. Они автоматически
Если ты их не спасаешь, они дохнут, я понял. Так, поэтому мы сморка Нага нанимаем. Не надо будет еще одного сморка, наверное. Слабые, слабые у меня силы. Арта готовилась к нападению на один из городов, но упирающееся зло пока не было готово к этому. Следующей задачей стало убийство единорога, поскольку это злодеяние поможет укрепить армию. Блин, да у меня армия слабая, реально. Внезапно, почему такие мы слабые? А-а-а, что я делаю не так? Надо исследования, короче, какие-то делать. У нас тут магии дофига. А, больше не надо нам этого. Далее, заклинание, создать ману. Заклинание. Есть что-то на хил? За Орду. Заставляет существ вспомнить, что надо бить сильнее, таким способом повышает урон. Понял? Паническое отступление. Нет, выстрелите Орду. Давай за Орду. За Орду. Блин, капец тут золото. Хватает. Больничные койки. Еще один банк попросил у правительства помощи. Тут же груженный золотом ослик отправился по Уолл-стрит. Я понял. Ребята, где наши сморки? Мотивирует других. Вдруг подданные омерзительного зла ощутили страшный зуд и принялись чесаться. Это все из-за того, что рядом скакал тошнотворно хороший единорог. А, это. Блин, а как мне пойти тогда этот караван? Вот только здесь, наверное. Надо, наверное, подождать остальных, а потом уже ломиться. Чертов единорог! Нам надо как-то его завалить. Мой маленький единорог. Типа My Little Pony, что ли? Отсылки за отсылками, господа. Нам надо вот сюда, кстати, прийти. Аккуратненько. Так, ну давайте попробуем разобраться с этой пачкой. Мутил. У нас теперь есть. Паучья пещера на востоке подземелья все еще не обнаружена. Вопрос. Сколько еще некоему рассказчику выдавать ее местоположение? А, еще полчасика, подожди. Сначала тут убьем барда. Он напрягает сильно. А потом... За Орду! Бейся! Бейся! Орда! О, да! Вот так уже веселее. Лягушки! О, ля, смотри, какая красивая. Я себе такой в аквариум бы хотел. Пацаны, заберите на обратном пути. Опа, крестьяне. А вы тут что забыли? У нас тут зло вообще-то гуляет. Времена неспокойные нынче, а вы тут шляетесь. О, лисы. Лисы, лисы, лисы. Сюда иди. У нас ужин, кажись, подъехал. Хорошо. Вот теперь какие красивые лисицы. Так, опа. Здесь какой-то портал, надо бы сгонять. Сюда мы, наверное, не можем, потому что тут гребаный единорог. Хотя он здесь вроде. Но паучки вроде подданные здесь. Подданные абсолютного зла обнаружили вход под землю с поверхности. Лучше всего обезопасить этот район и использовать его самим. Да. Подданные абсолютного зла с необычайной легкостью заняли территорию и добрались до входа в подземелье. Здрасте, здрасте. Ну, убийца пауков, рунг плюс 15. Давай. Да давай. Да не ты, ну ё-моё. А что вы делаете? Нахрена вы это делаете? Не, ну, конечно, клёво, тут дофига золота. Фига вы это укрепляете, мне один к вам вопрос. Совсем сдурели. Давай назад. Нам тут нечего ловить. Хотя можно прокопаться чисто по приколу. Вот здесь. Та-та-та-та-та-та. Ну, в принципе, у нас все неплохо даже, я хотел бы сказать. Еще одна спорка давай мне. Сюда. Так, ты у нас идешь туда? Правильно. Далее, тут у нас еще наги есть, которых тоже неплохо было бы подкинуть в нашу основную ударную группу. Так, вы у нас развлекайтесь. Магию там исследуйте. А, выстроить Орду. Ну, давай удар молнии. Почему нет? Что тут происходит? Улучшить помещение. Ну, в принципе, в этом такого большого кайфа нет, ибо мне сейчас надо, по большому счету, не этим заниматься, а идти воевать уже. Так, что у нас тут происходит? О, караван, 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 пацаны! Вы тут прямо-таки по расписанию! День зарплаты!
Не та магия! Сюда иди быстро! Чего такие медленные? Надо быстро их агрить! Агри их быстрее! Пока они не ушли! Месси! Пацаны! Кажись! Агр удался! И будет вам больше караванов! Ха-ха-ха. Не стоит говорить, что слуги абсолютного зла перехватили и эту колонну золота. Ну, неплохо. Так, следующий караван будет там через какое-то время. Мне насрать, я иду в пещеру отшельника, или как его там зовут. Найти отшельника. Вперед. Вперед, мои славные воины. Нас ждет успех. Эти города, я чувствую, мы просто так не возьмем. Исследование завершено, вход хорошо. В старую орочью пещеру располагался в этой части верхнего мира. Абсолютное зло велело подданным войти в нее. Они искали что-нибудь, что пригодится в сражении с единорогом. Поехали. Заглянем, что там у нас. Так, пещера орка ДФ-9. Что? Существа абсолютного зла в волнении зашли в орочью пещеру под названием ДФ-9. Из-за жадности владельцев эта амбициозная стройка так и не закончилась. Однако, очень жаль. Здесь должно быть что-то, что поможет убить единорога. По крайней мере, так сказано в стратегическом руководстве. Здесь у нас ничего нет. Ну, хотя, как сказать, здесь крыс дофига. Мясо! Тук-тук! Ну, как вам сказать, слишком много всего здесь есть. Я даже и не знаю, что сказать. Какое-то подземелье прошаренное. Покруче моего, меня это напрягает. Еще и ловушки гребаные. Главное, нам не попасться на эту хрень. Так, у кого-то маны маловато, у тебя что с маной? Нет, ты без... Не, у нас все без маны, я понял. Че у нас тут? Шанс нанести критический удар плюс 25. Они там тренируются. Молодцы парни. Так, шанс нанести крит урон. Подожди, подожди. Ой, какой ты тупой. Так бы напрямую и пошел бы, да? Матерный вор. Так, давай сюда. Нам надо как-то сюда проникнуть, что ли? Победить отшельника. А, надо еще его победить. Не все так просто, как я вижу, да? Ловушки тут еще. Блин, заныкался. Так-то так ждем. Сейчас она перестанет крутиться, по идее. Или нет? Короче, иди месить ее. Ловушка, которая по 1 хп сносит нам. Слишком мало, чтобы быть крутой ловушкой. Ну, я бы не сказал. Давай просто пройдем дальше. Чё-то мне это не нравится. Ай-яй-яй, нага вообще больно делает. Гребаные ловушки. Это ваше гостеприимство? Ладно. Побитые, конечно, все. Меня это напрягает. Что поделать? Тук-тук. Кто тут у нас живет? Записи типа сердца, что ли? Кардиограммы? Так, ага. Гореш, капитан орков. А, ну нас, очевидно, больше. Даже если кого-то потеряем, ничего страшного. Привет, капитан. Из темноты появился орк. Бормоча. Больше урона. Я вам сейчас покажу. Он напал на подданных абсолютного зла. Чё-то недолго. В ходе кровопролитного сражения загадочный орк был убит. И к чему все это? Подождите. Вдруг труп орка начал распадаться. В то же время у странного алтаря в орочьей пещере началось какое-то движение. Это не его ли дух витает в воздухе? Через несколько секунд алтарь освободил орка. Казалось, тот восстал из мертвых. Что? Он с радостью присоединился к орде, убедившись, что его боевые навыки остались на высоте. Что? Впечатлял. Возможно, абсолютное зло в скором времени сможет построить нечто подобное в подземелье, если воодушевит своих чудищ достойным злодеянием. Голодное зло захотело отведать конской колбасы. Колбаски нам стало время избавиться от единорога.
Окей. Так, учебник использует боевой клич. Угу. Верное. Я понял вас. Значит, идем варить колбасу. Вас из таких колбасок вкусную крутят. Не допустите братоубийственной войны. Каждая душа существует сама по себе. Чё, Малакай, ты кто такой? Опять? Что за ерунда? Не мог бы он убраться отсюда со своей псевдомистической болтовнёй. Мы тут пытаемся рассказать историю. Вот именно. А вот он там заливает про что-то. Кто это вообще? О, понеслась, пацаны. Бардов надо месить. Барды ублюдки. Они бафают. Не забывайте это. Все, разобрались. Кролик! Мясо! Отменное мясо. А сейчас, правда, будет еще более крутое мясо. Пора платить зарплату. Какую нафиг зарплату? Вперед! У нас колбаса сейчас вкусная будет. Пацаны, вы же любите колбасу? Я вот просто обожаю. Иди сюда, скотина. Пушистый розовый единорог излучал умиротворение. Иди сюда, все скотина! Все вокруг попадали под его чары и переходили на его сторону. Лол, что? Теперь некогда злобные существа собирали цветочки и обнимали деревья.